Всем привет, меня зовут Марьям, и сейчас мы поедем на форум команд 21 века. Мы сейчас поедем в лагерь Тихогоры вместе с Лянгасиком, Ани. И мы поедем туда на 3 дня, получается, на 2 ночи и 3 дня, если так сказать. Мне полчаса мы сделали. Не прошло и час, как мы сели в автобус. Да, а, нет. Задались. Я типа увидел и уехал. Увидел своих друзей. А вот, муж попрощался. Мы идем. Километр идем, блин, огромное просто. Это похоже на Чернобыль, честное слово. Ничего не покрашено, механизмов нету. Короче, мы сели. Мы вышли с пацанами! А мы переселились. Мы переселились в другую комнату. А теперь мы идем с пацанами, а еще и близко бы другие девочки. Короче. Комната. Такая вот. Здесь я буду спать, здесь будет спать Аня. Здесь будут спать другие девчонки. И еще просто я встретила Инару, поэтому вот здесь идут ее фотка. Сейчас я вам покажу им тур. Зачем мы вообще здесь находимся? Вообще. Просто какие-то команды вызывают, тупо не будет с ним холоде. Это скучно. 11 класс берут и сидят в отряде, а мы, как КВН, с вашим руководителем так остаемся. Да, и третий отряд. Смысл просто. Вожатый у нее. У нее обувь огромная просто. Нога маленькая. Посмотрите. Это капец. Ужас. Зульфарпиков и Айдана. Мы сказали, что мы пойдем в столовую. Да. Мы думали, что обрались в часть. Нифига. Короче, всем привет. Я переселилась, да, я говорила ранее. Здесь у нас ужасно холодно. А я же аж шапки. Здесь на улице намного теплее, чем у нас здесь. Потому что, смотрите, здесь окно, там стена, потом вот никого нету. Потом снова окно. Ау. И вот мы недавно вернулись. Откуда мы вернулись? С какого-то типа собрания, что ли? Сперва нам какую-то фигню объясняли, мы тупо не знаю, сидели. Интернет здесь вообще не ловит. Ну, у меня интернета нет, логика вообще. Сеть не ловит, я сейчас да. с братом общалась, у меня сеть пропала. У нас как бы сейчас должен быть обед. Время 13:24.
трин, опа! Будем с ней сегодня разговаривать, если что, говорить. Какие у вас вопросы? Тут прикольно, приезжайте. Не врите, нам за это деньги заплатили. Alright. Так, ну ладно. Нам не заплатили за это деньги, мы поехали сюда бесплатно от КВН. А КВН все это заплатил и... Смотрите, он лезет. Короче. Мы только что сходили, уже следующий день, мы только что сходили на завтрак. И у меня голос лучше стал, потому что мне вчера наша учительница, кто с нами пришел, сейчас подожди, она мне дала сливки, и я с горячим чаем, с горячей водой пила. 3 стакана пила. Но это никому не интересно, ладно. И сейчас, не знаю, что, мы сейчас до этого еще до завтрака репетировали. А, еще мы как делаем? Мы, чтобы не стоять в очереди, там, чтобы сесть поесть на завтраке, мы приходим позже, там очереди нет. Заходишь, берешь, сидишь и уходишь. И сейчас мы что будем делать? Сейчас не знаю, что мы будем делать, но потом будем снова репетировать. Короче, мы сейчас сидим на какую-то зарницу, в принципе. Не знаю, что там будет. Зависит, конечно, сейчас будет какие-то задания давать. Мы опять сидим. Где мы сидим? Да. Самый главный чёрт. Стадион. Сегодня мы намного теплее, чем вчера. Я голос уже. Это красивый фон. Особенно вон там. Да. Потом дальше. Потом брешь. Давай, уходим. Для девочки по имени Якут специально. Всем привет! Марьям опять без голоса. Я могу говорить, но лучше не. Ну я ее запрещаю, потому что чтобы она еще больше заболела.
Всем будет КВН, я попрошу КВН, что с меня с нас. Так, сейчас покушали и собираемся идти в номер. Номер? Комната. Вчера, ночной дозор, мы... А, давай я скажу. Не надирайся. Мы вчера играли в ночной дозор, ну там были задания, мы его должны были пройти. Вот. Так, и вот, и мы, там были задания, 9 заданий, и мы собрали 3 карточки, нам подавались карточки, надо было собрать общую картинку. И мы уже поняли, и побежали туда искать это, ну, на это место. И вот нам сказали, пока вы 9 карточек не соберете, вы, типа, ну, никуда не пойдете дальше. И вот мы потом нашли 8 карточек, последнюю карточку не нашли, и нам сказали, типа, вот, вы вложите. И мы нашли этот скелетон. Скелет был как в шкафу белый, у белого были. А потом пошли, была дискотека. Я была дискотека, мы там тусили. Я ушла из дискотеки. Мне стало плохо. Жизнь боль. Вообще яркая, какая тёмная. Ну? Привет. Я целых 2 недели не снимала, потому что я была занята. Занята я была потому что... Ну, короче, у нас было там много дел, туды, сюды, репетиры. Ну, память. Фу, блядь, ты же. Подлапки. Сюды. Мамочка, меня послала. Короче, мы опять уезжаем. 3 дня прошло, и мы уже уезжаем. Как в этом влоге в Геленджика? Все, я уезжаю. Пока, комната. Пока.
просто сейчас уезжаем и просто следи на эту красоту, и Анька красота. Надеюсь, нас на следующий год тоже сюда позовут. Не, мы заняли второе, если так судить, грубо говоря. Да.